Несмотря на то, что большинство перевозчиков в стране прекратили работу в знак протеста, на севере страны некоторые из их коллег все-таки вышли на маршруты. Они говорят, что сделали это для своих пассажиров, которые не виноваты в той ситуации, в которой они оказались, а также потому, что не верят, что повышение тарифов решит стоящие перед ними проблемы. Astăzi aveți oameni care s-au alăturat grevii. Foarte mult curs. Sunt multe, în multe localități. Chișinăul este în circulație și Eden. Florești o rută. Администрация Бельского автобусного парка говорит, что этой забастовкой перевозчики лишь наказывают своих пассажиров. Они утверждают, что даже если тарифы повысят, это не покроет их расходов. Она врут с педепсом калатори, карес клиента ноштри, каре. Și mai ales că azi e prima zi de când școli au ieșit din forma asta online de studii. Dar situația e destul de e critică. Noi încet, încet, câte o rută o suspendăm din cauza economice, adică fluxul mic de pasageri, cheltuielile destul de mari, tarifele nu corespund realității, adică nu acoperă cheltuielile. Водители говорят, что в последнее время они несут убытки из-за топливных сборов, но повышение тарифов на проезд не решит проблему. По их мнению, правительство должно найти другие решения. Ну, я, конечно, за, чтобы бастовать. Просто у нас нету тут коллективов. Я хотел бастовать, а другой, например, патрон сказался, выйдет. Так получается, он будет работать, а я своих людей буду, как сказать, ну, издеваться над ними, получается, чтобы они на работу не имели на чем добраться, одно, второе, третье. В субботу, воскресенье вообще работаем по нулям, даже в минусе, а еще вторник, среда, четверг, пятница рабочие еще спасают. Если бы они солярку снизили, было бы нормально. Я не за то, чтобы поднимать цены, потому что у нас очень много нелегалов, много попутчиков, много едут на своих машинах. Я не за коротку, что она интати около, где вся угорает пшти, вам не на бань. Trebuie măcar ceva concret să fac, sau scade din aloguri, sau solearca cumva, asta e ajutor, da, așa și se mută de pischinarea la unul, se mută la ieși care vopșe n-au nici. Dacă eu stau dimineața aici și am 6 călători în autobuz. Soluțiile de sus, la guvern, să înainteze, ei au înaintat prețurile. Nu știu tot dacă prețurile, dacă oamenii n-au parat. Несколько пассажиров, которых мы нашли на автовокзале в Бельцах, уже долгое время ожидали маршрутки. Максим Черковский прождал несколько часов на вокзале. Молодой человек должен был прибыть в Черновцы, но из-за забастовки курсирование автобусов по этому маршруту временно приостановлено. Я в Черновце. Что есть в Лакриево? Я знаю. Я пошел в Лакриево, где мы в Лакриево, пришел в Мастрикво, а потом скажу. Ну, Катар, так скупить, моторина, что-то, ну, требует редикации. Пассажиры с пониманием относятся к ситуации водителей, но говорят, что возможное повышение отразится и на их бюджете. Тари грев, ну поднимели для ора вообще дойти, ну поднимели ла рыжкань. Так что лор тот нули ком динабилку. Шла попори грев, ну мариря, оляк майжоса дай моторина, бензина, кумтет, кумфост. Văd că nu-i de acum, văd, noi am ajuns de la Prepelița, văd că nu-i nici o rută, nu știu. Ce părere aveți despre greva transportată de astăzi? Eu aș spune că să le iasă săracul țăran așa cum este, că e foarte greu. Сообщение по национальным маршрутам будет прекращено в связи с забастовкой перевозчиков в период с 7 по 9 февраля.